30. На Лэмбо. А глаз прокает бочку? Полагаю, нет. Надо было проверить. На всякий случай. P0SF. 63 ига. 3 синих. Как глаз называется, не помню. Глаз называется... А, пипер. Окей. Пипер. Угу. Так, у нас 1.11 скорость, 344 дамаг. 3.16 рейд. Ну, все высокое. Вроде хорошо. Вроде хорошо. Погнали. Плюс глаз дает вроде дамаг, да, маленько. На второй глаз. Хуже. Ау. Я сюда вернусь с бомбой. Я сюда вернусь. Ладно. Казалось, не сильно полезно, но пойдет. Вообще эту бомбу надо издать все-таки в румах активных. Без предупреждения ебанул. Блять. Наш в горло отдало. Спасибо. Ладно, ебал. Тоже нужна бомба. Спасибо, спасибо. У нас неплохо дамажит так-то. Вроде нормально дамажит. Уф. Душа Иуды. Чё нам это дает? Нам это дает вход или выход из Херсрума, да, бесплатные. В принципе, это все. О, это, кстати, приятно. О, пердушка, офигеть. Найс. It's like she's fucking five. Спасибо будь за стоузи. Спасибо за будь здоров. Ладно, я ставлю все же, наверное, сам карту. С которым chest, I did it. Sync already. Что? Что? Было хорошо. Привет, Октижен. Лол. По-моему, попали в него, а не в меня, да? Блин, пердушку сделали, по-моему, хуже. Потому что теперь она, типа, агрится на выстрелы в себя. Раньше, по-моему, было получше с ней. Когда она только твой дэмэдж фиксировала. Хотя, может, сейчас в меня и попали. Возможно, казалось, что в нее попали, а не в меня. По ощущениям.
Найду я вторую секретку. А, да. Это ж просто бочка, да? Ну ладно. С нее тоже падает тринкет. Хорошо. Что-то я маленько забыл, что это такая же бочка, по сути, как и обычная бочка. С ТНТ. Ладно. Понятно. Так. Тут может быть. Может быть. Вообще плохо, что здесь лучше было бы сверху. Тогда бы пошел бы в босс-руму. Это не мое, мне подкинули. Это заказали за деньги. Много денег. 7. По-моему, пока еще ни разу бочку не поюзал эту на активную руму. Опа. Тут порядок проебан все же. Увы. Увы. Ну ладно. Хотя бы только одна эта рума потеряна. Пока еще не такая большая потеря. Поюзал. Вообще на босса, по идее, хорошо должен работать. Там же, поди, много урона от этой бочки. Сколько он дамажит, я не помню. Но там хорошо дамажит, вот пердушка. Прокнула сразу. А! Его глаз убил! Ларри глаз уничтожил просто. Просто уничтожил. What the fuck? Фига ты, Ларри мощный. Окей. Так, мы не на мать. Вниз. Глаз хорош. Он активирует руну. Ну ладно. Летает уже. А, ну или так. А, ну или так. Ладно. Евхарис на Лэмбо, это занятно. Ну еще дьявола понюхаем в Даркруме. В принципе, чё такого? Как раз хп нихера нет. Как раз удобно. 100 урона. Окей, стоит не очень много на самом деле. Ну, все неплохо. Фига себе. Вот это нормально. It's like she's fucking five. Спасибо, еще 100 рублей, Узи. Вау, 2 тира это подряд. Цель, похоже, день это. Тир скапа за 2 этажа. Уже 3, по-моему, рана подряд у нас тиры почти максимальный. Или максимальный. За 2-3 этажа. Прикольно. Только рейндж, кстати, рейндж 5.07 выделись. Еще хуже, чем в том ране. Кстати, глаз рейндж не аффектит, по-моему, нет. Не, по-моему, рейндж никак не это не прибавляется. Маскара. Вот и плюс дэмэдж на шлем. Как раз у нас терзы очень много. Можно и маленько и пожертвовать. Кардиомонета, за которой бегать надо. Да, она довольно часто падает в ранах. Ты, может, я просто не открыл ее? Потому что она должна открываться. По-моему, за Текипера мега стану, что ли. Это анлок.
За которой бегать, наверное, надо монету. Полагаю, это кардиомонет. Видимо. У тебя, может, просто она не открыта. Такое тоже возможно. Надо смотреть, может, ты просто не прошел еще мега стенд за Токипера. Вроде у него этот лог был с этой монетой. Вау, Диплопия. Не понял. Но это которая исчезает монет. Типа монетку взял, она переместилась. И побежал за ней снова. Вау. Это было плохо. Хочу ли автомат бахать ради Диплопия? Бочка довольно неплохая. А! Оно еще и crawl space может создавать. Окей. Что-то я маленько этот момент упустил. Оно реально бывает еще и crawl space здесь делает. Прикольно. На англах я уже был, на англе там взял Евхарист. Ангела уже не будет. В смысле, будет, но там нихера не будет. Но. Я думаю, я скряк за скай пойду. На самом-то деле. Я думаю, я возьму крик за скай. Это хорошая активка. Ложку достать, по-моему, нет. Ладно, ради науки можно попробовать, но мне кажется, нет. По-моему, оно не в том месте ее поставит. По-моему, так это не работает. Чисто ради науки. Но помню, я это уже делал давно. Нет, можно. Ладно. Все же можно. Думаю, там ее достать можно с этой позиции. Ну, получается польза. Хоть какая-то польза с Диплопи получена. Еще и быстрая. А не как обычно, когда Диплопи таскаешь 9 этажей, нихера не можешь с ней заделать. Динамит я возьму, коррект таскаю, мне он больше нравится. Зачем я динамит? Мне эта активка больше нравится. Она боссов уничтожает. А Рума я сам могу проходить уже. У меня уже нормальный DPS. Блин, вот что я не люблю, это тот фон странный, когда у тебя Darkness из-за ложки. Помощью темнее делает все. Или кажется, будто еще темнее. Странная подсветка. Привет, груз. Сит. Нет, тушь потекла. Почему? У меня геймплей потек, я опять доджу босс-руму бесплатную. I'm excited. Pretty excited. А второй шприц. Прикольно. Ну давай, Excited. Удиви меня. Уже не успеешь. Я быстрее. О. Халяу. Пам-пам. Excited! Все-таки он прокнул, окей.
когда я этого уже не ждал. А, то еще есть Керсон, господи. Шикарно. Просто все рядом. Удивил, ну, получается, удивил. Немножко, но удивил. Опять талапом. Короче, на зверя больше я не буду набрать ее. Хотя, в принципе, она... Ладно, вроде так, маленько мешала, но не сильно мешала. Все же, наверное, больше пользы, чем от нее вреда, наверное. Наверное. Типа, что всадники там улетают в лаву, это странно. Или за экран улетает скорее в лаву, это еще ладно. Как мешает, тебя всадники улетают вне экрана. И причем и тебя еще ебут вне экрана, ты их бить не можешь. Потому что он вне экрана. То же самое с этими, с кулаками, та же история. Еще более тупорылый айтем на зверя. Он всегда руинит. Вообще всегда. Просто в каждом случае. Он вообще никакой пользы там не дает. Тебя тупо вечно всадники вне экрана с этими перчатками. Поэтому Бледлхорн получше в этом плане, но тоже может маленько руинить. Если часто будет прокать. Но все же, я думаю, его можно брать. Это не такой плохой там. Вроде не так сильно руинит, как перчатки. Так что, наверное, жить можно. За сегодня, говорю, вот только что был раунд. Из-за этой лапы он маленько мешал. Там, по-моему, два всадника маленько дольше проходились. Там Дес просто вне экрана косы хуярил. Своей первой этой фазой. А вообще больше сначала Магас, наверное. Чтоб потом уже не идти обратно. Блин, я опять волшебник. Нет, я не буду брать эту активку. Шанс очень маленький. Конечно, идея хорошая, конечно, интересная, но мне кажется, того не стоит. Уж больно маленький на это шанс. Это выгодно. Пиксиня. Бум. Ну-ка. Магазу быть. Ты вообще его не ударил? Ну классно. Жаль, автомат взорвал. Вот что обидно. Тут можно было неплохо починить, а я наоборот поломал. Все вышло наоборот. Хочу ли я брать с собой Библию? Она не особо. Мне кажется, этого... А! Вот сюда хочу Библию взять. Вот тут она мне пригодится. Вот тут-то она мне и поможет. На ту самую руму. Потрогать тоже надо, это правда. Довольно дешево. Я говорю, я ее всю возьму еще. Но все же нормально может помочь. Эх. Ничего интересного не нашли. Вообще карта ни одной не упала. What? Ключ сделать? Нахера мне ключ? Мне ж на Лэмбо. Или чтоб просто можно пойти на Мегастена? Я уверен, что хочу идти на Мегастена в этом ране. Я пока билда на него все равно нет. Адекватного. Время тратить не хочу впустую. Диплопию на ложку из нуля. Там был подвал, где второй айтем было не взять. Вот мы там повязали диплопию, чтобы забрать айтем. Что его реально забрать можно, я забыл, что диплопия там работает нормально. На айтем в подвале. Теперь, очевидно, мечтаем о Трезагионе, видимо. Как обычно.
отлично. Под хоуминг. Было бы здорово. Причем, боже, у меня шот спид 1.11 с маскары. Как так вышло? Как так вышло? Почему такой огромный шот спид? У меня маскара. Я думаю, я хочу все же конжоин больше, чем бомб имьюн. Спасибо, пердушек. Там на самом деле много чем можно забрать. Можно коробкой забрать, можно забрать при помощи стича с активки, можно забрать вроде книжкой на прыжок, хотя... Да, помню, это, по-моему, делал все же один раз. Один раз, по-моему, это пробовал. Вроде можно. Можно завойдить. Что там еще есть? Возможно, это все. А, мистер Ми еще можно, да. Мистер Ми еще есть. Мистер Ми. Еще одна пердушка, так сказать. Коробка, я говорил, да. Мувинбоксом можно. Джампкиша тоже говорил. Уже вроде все перебрали. Сейчас тоже говорил. Уже все перечислили, по-моему. Вроде уже все сказали. Ну и диплопия, да, теперь еще, очевидно. Диплопия тоже есть. А я не взял, да, фул карту, я еблан. Я же успел, поди, да? Я же, поди, успел на босрашке. Я просто, может, фул карту не особо видел, правда. Хотя, может быть, и не успел, подожди. Может быть, не успел. Нет, успел. Блин. Ладно, я, может, фул карту дольше бы искал. Так, нам вниз. Тут, может, какой-то телепорт будет. Тут бэкстебер есть. Бэкстебер. Сука, ни одной карты. Ладно, неважно. Обида. Обида. Бэкстебер нормально бы зашел. Сюда в комплект. Ну ладно, тут билда, в принципе, так лишь хватает, очевидно. Вполне. Опять Darkness. Опять розовый Darkness. Мой любимый Darkness. Найс. Захоумила. Черный хп не хватит. Подгон. Подгон царский. И синий еще, what the fuck. Сегодня куда-то... Дикое просто это везение на хп. В самых странных местах. Митра? Ну, нету митра, но... Возможно, есть. Это фейс. Я заберу все же это, мне кажется, бомбу уже плевать. Огоньки хорошие. Там мультипликатор. Это еще и Серафимка. Отлично. И теперь еще и летаю. Совсем нормально. Если в части выпадает золотой бесконечный ключ, не может открыть мегастена? Нет. Мегастена такой ключ не открывает. Опять блюбик. Проехали. Блюбики, прощайте. У меня снова блюбик. Опять мы в повторе. Предрало. Мне кажется, бесполезная хрень. Типа, чё мне делать с удачей? Чем отличается ложка от оккультного глаза? У них очень разный функционал. Оккультный глаз — это не самонаводка, это просто оккультный глаз. Он позволяет тебе слезы, типа, контролировать, пока они летят. Пока они в воздухе. А ложка, да, это именно самонаводка. Твоих слез. Блин,
не потерял дэмэдж, грустно. Грустно. Такая была аура сочная. Теперь аура говна. Могу бы тебя прокнуть. Надеюсь, прокнуло. Прокнуло. Так, теперь лучше умри, а то сейчас на выходе еще его ёбну нечаянно. Термит. Топ Даркруму. Телепортейшн. Смешная рума. Турели, миллион бримов. Весело. Весело. Я думаю, девил карту я с собой не потащу, мне лень. Кстати, нет смысла хп здесь не заполнять, наверное. Это не полароид. Я может негатив прокнуть, кстати, в Даркруме. Что-то будет хорошее. А, да. Книжки. Книжки. Мне кажется, я все равно пойду с этой. Вскрек со Скайем уже до конца. Здесь будет телепорт приятный. Там не нужен будет маппинг. Ладно, это я с собой заберу. Тут уже не так далеко идти вроде. О! Та самая рума опять. Такие кушал, по-моему, нет. Оранжат кушал, по-моему. Вкусно. Кстати, я могу... Нет, нихуя не могу. Опять не скипим, потому что, блин, глаз руина. Глаз все испортит. Не было бы глаза, можно было третью фазу скипать на бомбами. Ну, мне кажется, так насрать на самом-то деле. С таким билдом. Я импресс даже не повязал, я... Ты насколько похуй, типа, в этом ране. Типа, насколько ран охуенный, что мне вообще плевать. Какой импресс, где импресс? Нахера я его убрал сюда? Что все, блядь, сдохло за 2 секунды. Ну ладно. Впрочем, пофиг. Да, еще и робобой. Тут много чего мешает, да. Все руинит опять нож. Телепорт. Я мать. Это может быть сюда, я думаю. Это может пойти дальше наверх, наверное. Окей, не может. Что это за рума? Что это за комната? Нифига себе, узкая рума с 4 этими бомжами. Я говорю, Dark Room это просто песня, а не этаж. Какие комнаты. Потрясающие просто комнаты. Вот реально кто-нибудь пускай мне сделать телос трик на Даркруму. Хотя бы типа штук 20 триков. О, это просто нереально. Ладно, на самом деле все реально. Надо, чтобы просто тебе везло хорошо. В принципе, надо вполне реально. Чтоб просто холи карты были, наверное, на такие тупые румы. Наверное, это не так страшно, по факту. Но реально, мне кажется, блядь, Даркрума сложнее, чем мать на Телоста. Потому что последние этажи Даркрума это просто жопа. Типа и шелы Даркрума такие конченые. А типа на мать там... Это только босс на корпус один страшный. И типа ну вот гиена этаж страшный. А потом этаж корпус вообще смех просто. Даже с картвом проще, по-моему. Даже с картвом, по-моему, более этаж сложно, чем корпус. В среднем. Тупо один босс страшный. На корпусе один, а то в теории там только один... Не, там 2 из 3 страшные, наверное. Не, там один босс страшный. Ротгат, он как бы умирает сразу, потому что там у тебя билд бешеный обычно. Он ничего не делает. Там скучно, но страшно. Наверное. Ладно, 30.